Рцем все от сия души, от сего помышления нашего рцем. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Боже, Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Алексии и всей во Христе братии наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святого храма сего и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, братьев святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Духу, ныне и присно, и во веки веков.